Я Зубцова Ольга Васильевна была эвакуирована 20 апреля 2023 года из города Бахмут Донецкой области. Сейчас нахожусь на территории Российской Федерации. Когда находилась на территории Бахмута, у нас была украинская организация, которая называлась «Белые ангелы», которая эвакуировала детей с родителями. Сначала это было как бы добровольно, принудительно. Естественно, родители боялись, что заберу детей, и выезжали вместе с ними. Потом стали уже принудительно приезжать и забирать детей. Или видели детей с родителями, или одного ребенка забирали. Естественно, родители были вынуждены сразу выехать вместе с ребенком. Когда были сильные обстрелы, к нам в подвал приходили украинские военные. Прятались и находились сейчас 4-5 вместе с нами. Естественно, у нас проходила беседа. Они сказали, что они из города Обухов, Киевской области. У них был тренировочный лагерь, который тренировали американские военные. Рассказывали, что хотят, чтобы применили оружие с ураном, которое должно прибыть или использовать на территории Донбасса или на территории Российской Федерации. Они очень его ждут. Но мы с ними начали разговаривать, это же будет экологическая катастрофа, это же будут жить люди, это же, ну, как бы будет земля непригодна будет для существования. Их это как бы не интересовало, и они сказали так, что американцы столько уже вложили денег, что они назад уже не пойдут. И сказали, что ну, мы с ними поделимся. Я говорю, зачем же вы воюете за территорию, которая не будет принадлежать вам? Сейчас я нахожусь на территории Российской Федерации. Ну, впоследствии, конечно, хочу вернуться в свой родной город. Естественно, не при этой власти. Ну, будем надеяться, что Донбасс будет принадлежать территории Российской Федерации.